Чтобы каникулы прошли без происшествий, сотрудники МЧС России и полиции побывали в лицее номер 17 города Владимира и научили детей, отдыхающих в летнем пришкольном лагере, основам безопасности. Детям напомнили о правилах пожарной безопасности, продемонстрировали пожарную экипировку, дали возможность ребятам почувствовать себя на месте пожарных, примерив боевую одежду. Дети узнали, что одной из частых причин пожаров является неисправная электрика, поэтому необходимо быть вдвойне внимательными с электросамокатами, гаджетами и зарядными устройствами к ним. Инспекторы ГИБДД рассказали о безопасности дорожного движения и разобрали с ребятами разные ситуации, которые могут возникать на дороге. Кинологи УМВД России по Владимирской области познакомили ребят с правилами обращения с животными, рассказали, как собаки помогают сотрудникам полиции искать и задерживать преступников. Дети смогли сами попробовать поработать с собаками. В мероприятии приняли участие около сотни школьников.